Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала. Смотрю на себя. Ах, какой красавчик, какая картина. Ну, супер-дупер. Итак, Наталья пишет. Значит, что хочу я сказать? Это то, что когда человек занимается, и у него практически что-то там получается, что-то не получается, он спрашивает, но он занимается, он хочет. Я практически сразу же отвечаю. Итак, отвечаем, это очень интересно. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Я сейчас провожу чистку кишечника и принимаю тройчатку, полынь, пижма, гвоздика. Значит, смотрите, полынь и пижма – это примерно одно и то же. Лучше принимайте, допустим, или полынь, или пижму, гвоздику обязательно, и семена еще тмина. Возраст 36 лет, вес 49 кг, рост 154 сантиметра, конституция ветер. Вот тут вот сложности, значит, конституция ветер, как бы сказать, мы идем по лезвию бритвы. Важно не свалиться в то, чтобы мы не получили осложнения от сухости и холода, которые могут вызвать процедуры, разные рода процедуры в организме. Особенно, опять-таки, полынь, пижма, гвоздика и, ну, тмин, как бы сказать, не так. Вот, провоцируют сухость и холод в организме. Поэтому осторожно с ними, осторожно, но почитаем. Можно с вами посоветоваться и спросить кое-какие вопросы? Ну, конечно же, видите, я сразу отвечаю. Клизмы делаю уриновые. Вот смотрите, уриновые клизмы, они очень хороши, но опять-таки они стимулируют возбуждение ветра, то есть сухости и холода, они как бы подсушивают. Уриновые клизмы вытягивают воду через толстый кишечник. Идет слизь, а вот слизь, видите, слизь ослизнились. Ну что? Что тут делает? Вот как бы сказать, выбираем. Ну ладно, слизь, делаем уриновые клизмы, гоним слизь. Хорошо. Плюс вот эта тройчатка, она тоже способствует этому. Про это уже спрашивала в комментариях. Началась чистка 5 марта и одновременно начала пить тройчатку. 3 раза в день по чайной ложечке. Угу. Ну что, нормально. Хорошая работа по изгнанию разного рода паразитов. То есть им устраивается душняк. Принимаю теплые ванны. Молодец, теплые ванны. Обтираюсь оливковым маслом, сливочные свечи, как все говорили. О, вот тут-то, вот эти мероприятия как раз способствуют тому, что ветер не перевозбуждается, то есть нету ни сухости, ни холода, ни чего-то там такого. Вот это очень хорошо. Это очень правильно. Наталья действует. Живот не болел, все нормально. Ну, нормально. Клизмы делают через день, бывает и через два. А на пятой клизме моча была мутная и начала отходить слизь. То есть не все так сразу действует, как мы там думаем. Идет такой накопительный эффект. Устраивается душняк, который не выдерживает вот эта вся эта мерзопакость, которая находится внутри нашего организма. И она начинает сдавать позиции и... Вот, допустим, та же рябница начала отходить слизь. То есть, вот это вот слизевик, плесень и так далее. Ну, вы это увидите.
если будете делать. Слизь отходит. С началом чистки, значит, молилась и просила Господа чистить меня изнутри и душой, и телом. Ну, в любом случае, Господь идет нам на помощь тогда, когда мы что-то делаем. Вот тогда и начинается какая-то помощь. Так, была на исповеди, причастие, значит, 24 марта закончила пить тройчатку, то есть практически человек пропил ее 20 дней, хороший курс, хороший курс. И 27-го начал болеть живот в районе пупка, тянущие боли, как при месячных. То есть вот тут-то. Тройчаточка и сработала. Знаете, в некоторых случаях, вот в данном случае, 27-го, произошел накопительный эффект, сработала тройчатка, и то, что вы вроде как прекратили, а последействия, ну, грубо говоря, паразиты и прочие, которые отмерли, они начали только отходить. Вот тут-то желательно делать и дальше, и применять, знаете, что-то такое, типа какого-то мягкого слабительного, для того, чтобы вот это, как бы сказать, вышло побыстрее. Так, ну ладно. Думала, что что-то по-женски. Болел и 28 марта, и утром этого же дня стул. Я не ожидала это увидеть. Был с белыми длинными кусками, на вроде шнурков. Вот это как раз и пошли глисты, которые открепились. Открепились из района пупка. Скорее всего, это аскариды. Длинные, как шнурки. То есть белые, они уже дохлые. Длина шнурка примерно такая. Как раз то, что надо. Похоже на аскариду. И еще указание на то, что они под пупком. Поэтому вот этот вот флешмоб. Загляните под пупочек. Там, возможно, живет глистов, клубочек. Продолжайте делать. Эта процедура безобидна в целом для организма, но весьма пагубная для жильцов, которые находятся под пупочком. Не забывайте это делать. Особенно, знаете, когда пошло. Вот когда пошло, это говорит, что подействовало, вы уже понимаете, что это действует, что это работает, и пошли вперед. И помните, раз они выходят с под пупка, с кишечника, значит, они имеются, там, личинки, грубо говоря, на разных стадиях, так сказать, взросления, в крови, в тканях, в легких, ну, везде находятся. Поэтому вот сейчас вот это периодически делать. То есть, грубо говоря, недельки 2-3 отдохнули, и только опачки опять. Допустим, вместо тройчатки вы можете керосинчиком так подействовать. Через, допустим, недельки 3 вы можете подействовать, там, допустим, подобрать такие травки, побуривай. Они тоже травят, и тоже ты их попить, но в количестве, допустим, раза в 3 меньшим, нежели мы используем для чистки печени. Ну, тем более, смотрите, для Натальи с весом 49 килограммов, и можно меньше гораздо, то есть там, как бы сказать, стандартная доза дана, но вы учитываете, что, допустим, а я-то вешу за 100 килограмм, значит, мне, грубо говоря, можно там чуть ли не в 2 раза больше или в 1,5 раза больше, а ей, естественно, раза в 2 меньше. То есть на это обращайте внимание и ориентируйтесь, конечно, на свое собственное самочувствие. Значит, пошло. Они были очень яркого белого цвета, мягкие при раздавливании, размазывались. Это как раз говорит о том, что они отмерли. Когда они живые, они наполнены кровью и красного цвета. Ну, знаете, как червяки вот эти вот земляные, такого вот темного, красноватенького такого цвета. А белые, и когда уже размазываются, это говорит они о том, что они уже отмерли, там начали разлагаться, и их надо как можно начать побыстрее выводить. Вот тут-то очень хорошо, вот
Я не знаю, Сергей Маквиненко сделает это или нет. У него в районе пупка было затвердение. Так вы вот этот массажиком разминайте все там, что у вас там под пупком есть, чтобы это все быстрее выходило. То есть тут еще может быть из-за того, что вот эта боль, что это все открепилось и, как бы сказать, образовалась ранка, и вот это возникла боль, но она потом быстро заживет. То есть они присосались, грубо говоря, была там, посасывали вас, потом, значит, были убиты, отцепились, и вот этот момент, значит, отделения и всего, значит, воспринимается как такие боли и расстройства. Но это я так думаю, это может быть, может не быть. Вот и надо было сфотографировать. Обязательно сфотографируйте, высылайте мне. Вот я читаю электронную почту. Тут я поняла, что это было из-за боли. И понимаете, некоторые люди, и они же содержат семью, то есть, вот, допустим, Наталья семья, все там, дети, так далее. Там, и думается, все же там хорошо, все там отлично. А на самом деле глисты – это такая вещь, паразиты. Они потихонечку себе живут и как... посасывает нас так, это не спеша. А мы думаем, что там, ну, только какие глисты, вы что, я такая чистюля. Так, вечером опять стул такой же. Это все было в разорванном виде. Это длинный, это короткий, это вообще маленький. Я не могла их сфоткать. Ну, надо сфоткать, что имелось, то и фоткайте. Он, Серега, молодец, сколько он там нафоткал. Вы видите, они вообще уже как какая-то слизь выходила, переплетенная, можно так сказать. То есть настолько они уже разложились. На следующий день боли были еще немного, но стул был чистый. Ага, отошло. Но это не значит, что все это отошло. Как понимать, сколько их было там? А вот теперь, грубо говоря, просто после этого, вот начните там с керосинчика или там тадикампчик, ну, то и то, одно и то же. И, как бы сказать, поменяйте, вот травки побуревая. Все не вышли, или это только один глист длинный. Ну вот сфотографировали, можно было бы судить, что такое. Но я вам сказал, что если глисты есть, они во всем организме, на разных стадиях. Из кишечника удалили, они еще остаются в крови, они еще остаются, грубо говоря, в тканях, они могут оставаться еще в легких. Поэтому цикл развития 90 дней. Поэтому вот во все эти 90 дней вы применяете такие средства, которые вы их травили, а ваш организм более-менее не трогали. Так. Но самое непонятное для меня это что поспособствовало выходу. А вот тут я вам, помните, и говорил. Вот вы применяете что-то одно, но, скорее всего, смотрите, это курс тройчатки и уриновые клизмы, конечно, тут хорошо поработали. Но уриновые клизмы, как бы сказать, свежая урина там, она, как бы сказать, не столько берет этих глистов. Вот упали над 1/4, как вам только что я в одном видосе рассказывал, женщина писала, вот она берет. Но опять-таки, она может взять в кишечнике протравить, но что касается в крови, в тканях, вы должны понимать, что там еще имеется. Поэтому не забывайте, вышло только сказать то, что есть в кишечнике, а там-то еще. Поэтому повторяйте. То, что перестало пить травы и после этого началось отхождение. Перестали пить травы, так они подействовали, грубо говоря. Они подействовали и протравили их. Они не сразу подохли. Вот вы их травили, и вроде бы закончили курс, и думаете, все нормальненько. Они только-только сдохли. Опять-таки мы приводим пример, это Сергей Матвиенко. Голодание уже закончилось. Идет там какой-то там, грубо говоря, 70-60 день выхода, и валят глисты, валят вот эти разложившиеся дохлые аскариды в огромном количестве. Понимаете? Потому что при приеме тройчатки этого не было. Так вот, она действовала, не было.
Вы понимаете, как это все происходит. Не то, что вот выпил и сразу должно что-то отмереть. Она еще там сопротивляется, это она еще брухтается. Она там еще думает, сейчас вы кончите эту тройчатку пить, и мы опять, так сказать, будем размножаться, как это. Или причастие. Я думаю, что причастие тут ни при чем. Вот это мое мнение. На что-то, возможно, со счетов нельзя сбрасывать. Но что касается вот Сергея Матвиенко, опять-таки, он и в церковь ходил, и то, и все, и пятое, и то, и там десятое. И как-то причастие может повлиять на нечто другое, более, допустим, там что-то там духовное, там эмоциональное. Но не допускаем, как бы сказать, допускаем мысль и о том, что в какой-то мере и оно может повлиять. Но если бы не было тройчатки, не было вот этого вот всего, естественно, это бы не случилось. Сколько людей принимают причастие, и что у них глисты выходят? Но вот чтобы это вышло, надо хорошенько протравить. А может все в совокупности? Может. Я делаю это все впервые, и возникает много вопросов и неуверенности. Если бы не узнала вас, скорее всего, я бы так ничего и не начала делать. Вот, так сказать. Вот этот канал как раз для того, чтобы люди, которые начали делать, у них возникают вопросы, непонятности, а тут сколько растолковано на практических примерах, с фотографиями, со всеми описаниями и так далее, и так далее. И так. Это кладезь. Это кладезь, будем говорить, натуропатической медицины. И я просто удивляюсь, что так мало людей этим всем пользуются, там что-то там слушают, все что угодно про витамин там D и так далее, и так далее, и так далее. А тут вот практика. Одно дело, когда слышишь от других людей, что выходят причастки, а другое дело у себя. Да, вот именно. И мы все думаем, да мы такие чистенькие, мы такие вот хорошенькие, да какие там листы, да не что-то вот, что-то тут. Если у вас есть собака, кошка и еще там дети, как правило, будут листы. Задача глистов, задача паразитов – жить так тихо, мирно и незаметно, чтобы вы об этом и не подозревали. И когда вам что-то скажут, да вот что, да быть не может. А вы поделаете вот этот курсик, так это дней 30, тройчаточку, так, молодец, Наталья, 3 раза в день, опа, опа, опа. И представляете, глисты, ё-моё, ай-яй-яй. Особенно на ночь дозу побольше, потому что они в основном ночью начинают выходить и чмокать вас. А вы на ночь, так сказать, дозу не одну, а где-то 1,5, а то 2. Только хопочки и заделали. И еще на пупочек вот этот флешмоб, значит, дёгать. Так, и месяц, чтоб это. Ваши разъяснения, советы очень помогают и направляют. Кто? Этим делом занимается в интернете. Вот скажите мне, кто занимается так? Ну, хоть между делом укажите. Вот то-то, то-то, то-то. Так, чтобы работал с вами вплоть до того, что индивидуально. Вот то-то, то-то. И на примере индивидуальной работы показывал всем остальным, как действовать. Кстати, Наталья молодец, она схватила. Как действовать? Так, спасибо вам большое. Еще хотела провести чистку печени, побуливать, по срукам не укладывалось. Ничего страшного, если вы это делаете первый раз, не смотрите ни на какие сроки. Делайте вот эту подготовку и, будем говорить, делайте чистку печени. Подготовку с травками побуривай. Они еще лучше вот этих всех паразитов заколбасят и самочистка их вытряхнет из организма. Поэтому первые разы, вот вы первый раз, не обращайте внимания, цикл какой-никакой и так далее, вы ее делайте. А вот потом, когда вы сделаете первый раз, все это почистите, чистки 4 там сделаете, будете профилактически чистить уже, грубо говоря, в начале весны, ежегодно, и смотреть, что с вас выходит.
Если много выходит, значит, чистите дальше. Если ничего не выходит, значит, можете целый год и остальной год ничего не делать. А потом опять профилактически посмотреть, а что-то у меня есть. Или хотя бы из-за того, вот смотрите, я не делаю чисток печени. Если у меня какие-то, чувствую проблемы или еще что-то там такое, я тогда, естественно, там сделаю. А если вы чувствуете никаких проблем, нет, вы полны энергии, ну, лишний раз, туда тоже заглядывать особо не надо. Можно ли начинать или не стоит? С уважением, Наталья. Все, как говорится, хау, я все сказал. Молодец. Я работаю с вами по письмам, рассказу, показу. И вы вот как раз учитесь, как и что поддерживать. Вот такие вот вещи. Не так-то просто паразита выгнать, как мы думаем. Но тем не менее, видите, как она показывает. И фотки не забывайте. Доброго всем здоровья. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.